Вот такой планшет, Nuke Color, очень тонкий, легкий, красивый. Первое, на что обращаешь внимание, очень яркий экран. По качеству, разве что iPad к нему близко приближается, но все же отстоит достаточно далеко. Мультимедиа, картинки. Видео. Быстрый процессор 1,2 ГГц, который позволяет проигрывать видео даже в HD качестве. Электронные книги, новости, Skype, офисные документы, Word, Excel, PowerPoint, PDF, Android Market. Конечно, игрушки. Здесь видим на экране, все работает очень красиво и быстро. Интернет, конечно. По скорости не уступает десктопам. В планшете большая батарея. Вот можно работать весь день, даже несколько дней в зависимости от интенсивности использования. Вот так вкратце.